Почти 5 месяцев Ледовый дворец Чебоксары-Арена предоставляет свои услуги как для спортсменов, так и для любителей активного отдыха. Не каждый регион может похвастаться подобным спортсооружением уровня континентальной хоккейной лиги. О преимуществах Ледового дворца и его услугах в нашем следующем сюжете. Открытие Чебоксары-Арена для хоккеистов и фигуристов стало настоящим праздником. Теперь в республике сразу на 2 ледовые площадки больше, а значит, увеличилось и количество тренировок, а это залог высоких побед. Ребятам очень нравится, глаза горят, желаний очень много. С тренировки приходят довольные, уходят уставшие, но довольные. Так что вот, в связи с тем, что появилось дополнительных 2 льда в Чувашии, я думаю, что традиции новочебоксарского хоккея, чувашского хоккея будут продолжаться. Они будут выходить на более высокий уровень. В связи с такой ареной, которая соответствует уровню КХЛ, я думаю, доживем, и детишки наши вырастут и будут играть когда-нибудь и в КХЛ тоже. Поражает и масштабность основной площадки. Здесь юным спортсменам и спортсменкам есть где раскататься и отработать все прыжки и вращения. А здесь так привычно, мы уже привыкли. И даже ближе ездить. Здесь не холодно. В «Спартаке» было очень тесно, а тут очень много раздевалок, и поэтому очень хорошо. Кроме ледовых площадок, в Чебоксары-Арена предусмотрен тренажерный зал. Работает он ежедневно до 9 вечера. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте Минспорта Чувашии или в официальной группе ВКонтакте. Тренажеры все новые. В принципе, на все группы мышц есть. Есть свободные веса, есть тренажеры, силовые рамы. Зал открылся недавно, соответственно, народу не так много, очередей, тренажеры нет. Так что приходите заниматься, все объясним, поможем, будем ждать. Чебоксары-Арена принимает не только профессиональных спортсменов, но и любителей активного и здорового образа жизни. С этой недели сеансы массового катания, кроме выходных, предусмотрен по средам и четвергам. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика.